программу российских школ и колледжей в этом учебном году ввели новый внеурочный предмет «Разговоры о важном», который проходит каждый понедельник после исполнения государственного гимна и поднятия флага Российской Федерации. «Разговоры о важном» сегодня провели и в Каспийской школе номер 6 имени генерала Магомеда Омарова под руководством классного руководителя 8-го же класса Джамили Монташевой. Весна 1942 года эвакуированный оркестр Большого театра впервые исполнил 7-ю симфонию. Для исполнения симфонии в Ленинграде оркестр собирались большим трудом. Единый цикл тем по всей стране, обсуждаемых на уроках, расписан на каждый понедельник. Сегодня по программе «День музыки». Школьникам рассказывают о значении музыкальных произведений и вкладе композиторов и исполнителей в победу Советского Союза над фашистской Германией. Помимо прочего, ученикам прививают и интерес к отечественным классическим произведениям. И сможете ответить на этот вопрос? Так, мы дорогие, каких композиторов можно назвать? Сергей Васильевич Романов. Рахманинов, да? Да, хорошо. В следующий понедельник на занятиях будет обсуждаться тема под названием «Традиционные семейные ценности». Цель нововведенных мероприятий – сформировать у школьников патриотизм, нравственность и уважение к государственным символам России. Государственный гимн и герб – это священные символы нашей Родины. И мы должны воспитать в каждом из наших учеников трепетное и осознанное отношение к их значимости. Потому что государственные символы – это часть нашей гражданской идентичности, а в уважении к ним зиждется истоки нашего государственного самосознания и гражданско-патриотической гордости.